от 1 до 10. Как вы меня видите, как вы меня слышите? Так. Ага, отлично, все, пошло, хорошо, замечательно. Ну что ж, дорогие мои любимые девочки, девушки, я так понимаю, у нас женский коллектив, а когда женщины собираются вместе, начинается что? Начинается истинное волшебство, правда? И поэтому те девушки, которые занимаются у меня и в обрядовых техниках, и в курсе омоложения, конечно же, я их всегда называю волшебницами, потому что на самом деле мы с вами волшебницы. А как волшебство проявляется в нашей жизни? Помните, реальность существует как реальность, правильно? И мы можем под нее подстраиваться, там, верим в нее, не верим, но она существует и все. Но внутри каждый из нас есть другой мир, нереальный абсолютно. У нас там происходят такие метаморфозы, мы можем летать на Луну, а мы можем быть прекрасными феями, мы можем колдовать, мы можем там что угодно делать, да? У нас же есть свой мир. И вот когда мы этот мир расширяем и соединяем его с реальностью, и хотя бы что-то реализуется из нашего внутреннего мира, вот это вот и есть волшебство. Вот. И таким волшебством мы занимаемся на сеансах омоложения. Сегодня я вам дам несколько уникальных практик, которые вы сможете прямо тут же использовать. И сегодня даже побежим в зеркало смотреться, потому что практику я вам дам. А мою любимую – это энергетическое омоложение, энергетическая маска или омоложение на клеточном уровне, которое действительно очень хорошо работает. Это тоже наследие сакральной нашей культуры древнеславянской. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, приготовьтесь, сядьте, слушайте внимательно, делайте то, что я буду показывать, да, изучайте эту науку молодости, науку омоложения. Ну и, конечно, я вас призываю всех обязательно работать в чате, потому что сегодня у нас будет с вами активный чат. Мне нужна связь от вас. Почему? Потому что вы-то меня видите, вы меня слышите, а я вас нет. И я вас могу почувствовать только благодаря вашим смс-кам. Да? И чувствовать, как дальше вести урок, что вам дать и каким образом вам помочь. Да? Поэтому, если хотите реально сегодня уже что-то сделать, и не просто так провести вечер, вот так вот скучая у монитора, а уже как поработать и что-то для себя новое вынести, то, конечно, давайте мы с вами будем сегодня активничать, хорошо? Итак, возможно ли омоложение без скальпелей и уколов? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Кто верит, что это возможно? Кто верит, что это возможно? Кто не верит, поставьте минус. Кто верит, поставьте плюс. Знаете, на самом деле у меня история тоже достаточно интересная. Я ведь более 13 лет работала на телевидении. И вы знаете, я до того, как еще начала работать на телевидении, я больше 20 лет работаю с женщинами. То есть, конечно, все верят, еще бы, да? Ну вот, сегодня у меня немножко аллергия. Чуть-чуть нос заложила, но это пройдет. Вот. И более 20 лет занимаюсь женщинами, я знаю безумное, огромное количество практик для похудения, для омоложения, потому что изначально я вообще инструктор телесных и духовно-оздоровительных практик. Изначально я всегда работала с телом. Вот. И с отношениями, с, так скажем, с поиском своей миссии для женщины, потому что для женщины это очень важно в сегодняшнем мире. Вот. И поэтому я знаю очень много ритуалов, обрядов. Я проходила учение у Мирзы Карима Нарбекова, у Марины Крымовой, у Судама Джирадхар, у Бронислава Виногродского, у Зинаиды Ивановны Травницы, у Эвы Тайфер, испанской моей, так скажем, наместницы, что ли, да, подруги и в то же время наставницы. Вот. Но и своих тоже наработок достаточно много, потому что, ну, как бы время уже много, я работаю в этой сфере, и практики, естественно, прибавляются, знания прибавляются. Вот. И в определенный момент, когда я вдруг поняла, что я начинаю увидать, мне стало страшно. Вы знаете, мне стало реально страшно, потому что я поняла, что, во-первых, моя работа зависит от, ну, так скажем, мой внешний вид, это моя, ну, так скажем, мой рабочий инструмент. И потом я же женщина, я очень хочу быть молодой, я очень хочу быть здоровый и красивый, как можно дольше. Почему? Потому что мне еще хочется наслаждаться этим миром, мне еще хочется наслаждаться любовью, мне хочется наслаждаться своим телом. Несмотря на то, что мне 49 лет, да,
по паспорту, в душе мне 25. Я хочу это, я стремлюсь к этому. Поставьте, пожалуйста, циферки, вам сколько лет, только подождите, не спешите. А вот я вам свои циферки обозначила, да, 49 лет по паспорту, 25 в душе. А сколько лет вам по паспорту, вы ставите одну циферку, и рядом поставьте циферку, сколько лет вам в душе. Эта циферка нам пригодится, мы с ней сегодня чуть попозже поработаем. Хорошо, когда у нас будет квантовое омоложение, договорились? Угу, так, вот. Ставьте, да, свои заветные циферки, запоминайте обязательно свой истинный возраст, потому что первый возраст, он не истинный, это паспортный. Истинный возраст – это то, что происходит у нас внутри. И когда я стала увидать, тут же сразу появились, естественно, вокруг меня мои любимые косметологи, врачи, с которыми я брала интервью, с которыми я делала множество программ. Вот. Но, конечно, я всем этим пользовалась, но я... Потом, знаете, поняла, что стала замечать такую вещь. Чем дольше пользуешься, тем меньше эффект и больше денег. Вот кто через это прошел, когда в это вступаешь, вот в эти уколы, там, да, в какие-то очень такие серьезные процедуры, понимаешь, что внутри ты старая, а снаружи вот это все натягивается. Кто через это прошел, поставьте, пожалуйста, плюсик. Вот. И я вдруг поняла, что на самом деле натянутое лицо – это не возраст. Понимаете, это не показатель нашего возраста. Показатель нашего возраста – это душа и тело в гармонии. Да? То есть выглядеть молодо и быть молодой – это абсолютно разные вещи. Выглядеть молодо я могу легко, да, наколоть, там, подтянуть и так далее. А вот быть молодой внутри себя – вот это сделать достаточно сложно. С одной стороны, нет, не сложно, легко. Сложно удержать. Почему? Сейчас я вам объясню. Чуть позже, да? Вот. А я продолжу свою историю. И тогда я подумала, почему бы мне не воспользоваться всеми моими практиками? Ну, зря, что ли, я все это богатство накапливала. Нет, я, конечно, пользовалась там и заговорами, и энергетической гимнастикой, и меридианной гимнастикой, точными массажами, самопрограммированием. Но это было все как-то не... ну, так скажем, не системно, что ли, да, потому что надобности не было. То есть знания есть, а надобности нет, и ты их не применяешь. И тогда я решила все-таки попробовать все это на себе и подумала, господи, если ты такая умная, да, почему ты такая старая? Вот, я решила стать молодой, благодаря своим собственным практикам. И вы знаете, я что поняла? Я вдруг обратила внимание, что молодость стала приходить изнутри. Вы знаете, вот такое ощущение, что как будто вы представьте, что вы сосуд, да, и этот сосуд наполняется водой стеклянной. И когда вода доходит до верха, она переливается, и, естественно, все вот это вот, все, что есть внутри, оно отражается на нашей внешней оболочке. Вот почему мы говорим, есть такое выражение «красота изнутри», когда мы начинаем изнутри светиться. И вспомните, пожалуйста, ведь... чуть громче, да, чуть громче, ну, сейчас я попробую еще звук прибавить. Так, вот сейчас, сейчас, как меня слышно? Хорошо, сейчас лучше стало слышно? Поставьте что-нибудь там, циферки какие-нибудь. Лучше, супер, да, хорошо стало слышно, замечательно. Отлично, ну вот. И я... Мне это кайфно стало, это классно стало. Я поняла, что вот эта закономерность существует. Мы омолаживаемся, да, при помощи внутреннего своего состояния. И ведь молодость – это что? Это не только натянутое лицо, это красивая фигура, это высокая грудь, это ясный взгляд, это эмоции, это чувства, это еще желание жить, да, это подвижность суставов, подвижность связок, красота мышц. Вы видели женщин с таким вот натянутым лицом, но вы видите, у нее нет морщин, да? Но вы видите сразу, сколько ей лет. Вот вы сразу можете определить. У нее какие-то впалые глаза, там подбородок, допустим, либо вытянутый вперед, либо туда вот утопленный. Какая-то черепулька, вот что-то выдает, шарканье ног, согнутые колени, сгорбленная спина. Видели таких женщин? Кто видел? Поставьте плюсики. Вот как бы она ни натянулась, вы сразу видите, сколько ей лет. Вот это и есть. Только выглядеть молодо. А изнутри все старое.
То есть рано или поздно эта маска упадет, растянется и ничего не останется. Кто хочет этого? Никто не хочет. Да? Все хотят быть изнутри молодыми. И наоборот, вспомните, наверняка вы тоже встречали женщин, которые смотришь на нее и думаешь, так, да, что-то видно у нее на лице, там какие-то следы все-таки мудрости есть. Вот. А потом начинаешь за ней наблюдать и думаешь, так, нет, то ли ей 45, то ли 25, то ли 65, непонятно. Да? То есть мудрость проявляется в одном возрасте, внешний вид проявляется совершенно в другом, да? А вот эта вот, ну так скажем, душевная составляющая имеет совершенно третий возраст, да? И получается вот такая несостыковка. Мне все-таки нравится, когда тело и душа стремятся к единству. Да, то есть если у меня в душе 25 или там, ну, 30, да, то я стремлюсь к этому внешне, чтобы внешне соответствовать своему внутреннему миру. Понимаете? Да? Неприятно, когда раздрайв, когда вам еще хочется любить, когда вам хочется быть красивой, а вы смотрите на себя в зеркало, вам хочется плакать. Обидно? Обидно? Вот. Ну, давайте теперь посмотрим, почему же мы с вами стареем. Как вы думаете, почему мы с вами стареем? Как вы думаете? У вас есть какие-то версии? Прописывайте свои версии, пожалуйста. Потому что чем больше вы будете писать в чате, тем активнее вы будете включаться в практике, тем лучше у вас пойдет сегодня работа. От мыслей, от чувств, от эмоций, от образа жизни и от внешней среды. Согласны, что время здесь ни при чем? Согласны или нет? Хотите, докажу? Смотрите, представьте, что у женщины умер муж. И похоронив его, она просыпается утром, и вы наблюдаете, что у нее седые волосы, и она постарела на 10 или там, на 20 лет. Вот как на этой картинке. Реально? Видели такое? Ощущаете? Ну, хотя бы, ну, может быть, не так жестко, да? Но вы понимаете, что вы за ночь можете абсолютно сильно состариться. И у многих волосы сидеют прямо на глазах. Люди это видят. То есть время ни при чем. Время вообще ни при чем, одна ночь прошла, а женщина постарела на 20 лет. Как такое может быть? То есть она принесла такой глубочайший сильный стресс, что организм не справился. И он сожрал все ресурсы, которые были предназначены еще для жизни. Вот почему стресс, нервное перенапряжение, неверие в себя и вообще любая хандра, любое состояние тоски, любое состояние удрученности – это все наша старость. Понимаете? Я могу привести обратный пример. Вспомните, когда вы приезжали с какого-нибудь отдыха, с юга, например, да, с моря, а еще вы вылез там на юге, приезжаете, а вам подружка говорит, ты что, пластику сделала? То есть вы так прекрасно выглядите. А вы всего лишь влюбились, вы всего лишь ощущали эту радость бытия, у вас сердце билось, и вы смотрите на себя в зеркало, да я реально молодая, на 10 лет реально помолодела. А потом проходит месяц. Это еще хорошо, если месяц. А уже через 2 недели вы опять возвращаетесь в свой возраст. У кого такое было? Поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат. У кого такое было? Да, вот. Ведь возможно, значит, и то, и другое реально. Правда? А почему вы не смогли удержать этот результат? Ведь вы реально помолодели. Вот сейчас мы с вами тоже помолодеем, когда сделаем этот ритуал. Но вы его завтра потеряете, эту молодость. Вы омолодитесь сегодня, да, а завтра ее потеряете. Почему? Потому что вы завтра не будете делать этот ритуал. Если не будете продолжать делать, тогда останетесь в этом состоянии, которое мы сегодня с вами будем привлекать к себе, да, омолаживаться. Здесь также вы приехали с юга, там, с моря, вы же не можете держать это состояние. Вы раз и сразу вошли в обыденную жизнь. Все, сразу стерли все следы молодости. Так вот, вся задача омоложения как раз сводится к тому, чтобы мы вот этот образ молодости смогли удержать в себе. То есть смогли его держать и жить в нем. Это не сложно, это поначалу сложно, потому что мы таким образом будем себя спящим. Да? Когда-то мы
там были молоды, мы уснули сегодня, да, нужно разбудить. И сначала кажется тяжело, ой, как это так, да? А потом, когда ты входишь в это состояние, и ты становишься 25-летним, вот почему происходит омоложение. Это все очень, ну, на самом деле легко и просто, а с другой стороны, кажется сложным. Почему? Потому что мы этого с вами никогда не делали. Угу. Так. А затормозить можно возраст на разных уровнях. А я вам расскажу сегодня только о трех. Это физический уровень, гормональный уровень и психоэмоциональный, или, ну так скажем, клеточный уровень. На физическом уровне мы знаем, что происходит с нашими клетками, правда? Мы знаем, что чтобы клеточка была молодой, она должна родиться заново. И у нас клетки рождаются с определенной периодичностью. Там кожа обновляется со своей периодичностью, там желудок там, со своей периодичностью клеточки. И ученые нам заявляют, что через 7 лет человеческое тело полностью обновляется. Ну не сразу, да, а постепенно. Да? И через 7 лет практически не остается ни одной старой клеточки в коже. Тогда получается, почему мы стареем? Представляете, клетки обновляются, то есть новая клеточка, зарождаясь, она несет в себе материнскую информацию о том, что ей уже 50 лет. Понимаете? Вот. Так нам вот очищением как раз мы смываем эту информацию. Мы ее убираем из клетки. Как на энергетическом уровне, как на информационном уровне, так и на физическом уровне. Вот почему важно очищение. Кто проходил какие-нибудь системы очищения? Там очищение, допустим, там, голодом, очищение там, еще клизмами какими-нибудь и так далее. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто проходил, кто знает, что очищение действительно классные вещи вы проходили. Вот. Но очищение можно совместить с физическим, с информационным и с духовным. И я вас сейчас научу. Вы, наверное, все любите баньку русскую, правда? А вообще баня русская – это наследие древнеславянской культуры, исцеления древнеславянской культуры обрядовой, потому что баня была обрядовая. И когда я снимала сюжет и фильм для Марины Крымовой, как раз вот исследовательницы древнеславянской культуры, я после этого поняла, что я о бане, оказывается, знала очень мало. Хотя я себя всегда считала просто асом, да, банной процедуры и любителем этой процедуры. Но тут я поняла, что я очень-очень многое, оказывается, не знала, потому что баня, на самом деле, это ритуал. Почему мы идем в баню очищаться, да, умываться. Вот. И я вам сейчас расскажу, как сейчас лето, как раз мы все топим баню на своих участках или там на дачных, там, дачном поселке, еще где-то. Поэтому, пожалуйста, сделайте очищающий банный ритуал. И если он вам понравится, делайте его круглый год. Смотрите, вам нужно собрать травы. Сейчас вы можете любую траву собрать, а если будете делать в течение года, соберите, насушите ее. Угу. По методу Гуреева, замечательно, Ольга Гуреева, да, мы с ней тоже очень сотрудничали, я тоже несколько фильмов ей сняла, а Ольга Гуреева также закупает, ну так скажем, для своей клиники наш Иван-чай, потому что она его тоже ценит, и видели, наверное, ролик в интернете, она рассказывает о нашем чае. Вот. И мне очень приятно и радостно, что такой человек, как Оля Гуреева, действительно выбрала именно наш Иван-чай, нашего производства. Вот видите, у меня за спиной травы висят. Это зверобой, который я сушу для своих сборов. Вот. Так что, если у вас картинка бы интересовала, то я могу вам рассказать, да, что это такое. Вот. Возьмете травки любые, какие у вас есть, и просто заварите их в тазике и оставите на время. А сами берите два веника, обязательно дубовый и березовый. Дубовый веник – это мужская энергия, и вам нужно пробить свои пятки дубовым веником для того, чтобы открыть каналы. Пятки пробиваются именно дубовым веником. Вот смотрите, когда вы ложитесь на полок, да, пусть там тот, кто вас хлопает, если никого нет, если сами себя, то начинаете бить дубовым веником прямо по пяточкам и по задней поверхности бедер, и по ягодичке, и по спине. Потому что дубовый веник – это мужская энергия, это сильная энергия. Дубовым веником, если еще заговоры читать правильно, да, славянские хоры петь, то можно
от многих болезней избавить. И берете веник, вот у меня, к сожалению, веника нет с собой, но у меня, если я метла волшебная, ведьминская, я каждый год тоже такие метлы делаю, а с... я на ней летаю, да, летают. Вот, и берете черешок, да, вот от этой веника, и прямо вот этим черешком по пяткам, да, вот так вот простукиваете по пяткам, для того, чтобы открыть каналы энергетические, это во-первых, а во-вторых, вы прекрасно знаете, что у нас, вот если от пяток по ногам вверх идти, и вот там, где крестец, у нас соединяются вот эти вот, это называется меридиан, вот по этому меридиану. Если ударять по пяткам, идут эти импульсы в головной мозг, а в костный мозг, и таким образом вы стимулируете выработку стволовых клеток. А вы знаете, что стволовые клетки – это наша молодость, правда? Вот дубовым веником вы практически себя просто омолаживаете, ударяя по пяткам и проходя по задней поверхности. А потом вы берете бирюзовый веник, но сразу им не хлопаете, а сначала вот так вот в банке, вот так вот им помашете. А знаете почему? Кто знает почему? Сначала бирюзовым веником, сначала проходит под потолком. Кто знает? Кто знает, поставьте плюсики и напишите, а кто не знает, минусы поставьте. Почему березовым веником обязательно вот так стряхивают под потолком? Я вам расскажу. Дело в том, что это очень сакральная вещь. Наши древние предки, славяне, верили в то, что на березе живут мавки. Мавки – это феи, ну, так скажем. И считалось, что если ее же не видно, а мы не знаем, есть она на веточках, висит эта мавка или нет. Вот. И когда готовили березовые веники, они замесили их в баню, и вот таким образом начинали вот, как бы этих мавок стряхивать, да, то есть чтобы она поселилась в этом, ну, в банке, насытила пар своими энергиями живительными, вот этот жар, да, и он тоже с наговорами, там, с разными хорами, и вот таким образом эту мавку поселяли у себя в бане, да, и казалось, что и древние славяне, наши предки, верили, что они приносят именно здоровье, да, вот почему березовый веник – это символ здоровья. А березовым веничком вы проходитесь уже по внутренней поверхности бедер, по ягодиц, по внутренней поверхности бедер, по животу и по груди. Вот. Если баню не совсем можно, делайте только травы. Вот когда вы прошлись вениками и просто делаете удары пятками в пол, да, чтобы стимулировать выработку стволовых клеток. А прошлись веничками, а женский веничек дал вам гибкость, стройность, да, эластичность суставов, это же березовый веник, он же тоже обладает определенной энергетикой. И тогда вы подходите к своему заветному тазику, отжимаете эту травку и начинаете этой травкой обливаться. Прямо с головы до ног. Да, и обязательно она будет такая пахучая, такая тягучая, такая вкусная, ароматная. И скажите, пожалуйста, это уже после того, как вы помылись. Вообще все, потому что после этого уже нельзя ополаскиваться. Вы омываете себя этой травой и говорите там, любые заклинания или аффирмации. Травушка, муравушка, дай мне здоровья, красоты и молодости. Да? Поделись со мной силой земной, поделись со мной силой родовой. Да будет так, по слову моему, аминь. Да? И обливаетесь этой водичкой и ждете, когда вся вот эта вот живительная влага, вот эта целительная влага впитается в волосы, впитается в тело. Сразу не вытираетесь, подождите немножко, несколько минут. И потом уже выходите из бани. И вы почувствуете, насколько мощный этот ритуал. Да? То есть, ведь все, что, почему мы с вами так любим народные средства, да? Почему мы с вами любим натуральные кремы, почему мы с вами любим натуральную еду, как вы думаете, почему? Почему мы любим именно натуральное? Да? Хотя ведь химические препараты делают намного сильнее, то есть они могут намного сильнее там, эффект придать лицу. Потому что, когда мы работаем с живым материалом, вот даже камень, кажется, вам кажется, он мертвый, на самом деле он живой, да, вот минерал розовый кварц. А все, что природное, оно всегда договаривается. Моя кожа с камушком договорится, моя кожа с травкой договорится, мой организм с ней договорится. Они на одном языке разговаривают, они биологические, понимаете? А когда мы начинаем принимать химию, химия разрушает клетки. Она мертвая энергия, она ничего не говорит, она просто внедряется в ваш организм и все. Понимаете, в чем разница? Я когда это узнала, я когда это осознала, я когда это поняла, мне стало страшно.
да, что мы на самом деле практически ну, населяем свой организм химией и вокруг себя, и внутри себя, не понимая, что это такое, да, то есть даже не осознавая себя отчет. С этим понятно, да? Да, они живые, конечно. И очищение, обновление клеток происходит именно так, да, и голод, и баня. Но нам нужно помнить о том, что нам нужно для этого еще создавать благоприятную среду. О питании, там, сне и психоэмоциональном состоянии говорить не стоит. Понятно, да? Что это тоже очень важный фактор. Также нам надо защищать и сохранять наши результаты. То есть системность. Ведь мы же не чистим зубы один раз на всю жизнь. Мы их чистим каждый день. Поэтому если вы идете по пути омоложения, если вы хотите омолодиться реально, оздоровиться, то надо это системно делать, да, чтобы это было стилем вашей жизни. Вот тогда это будет не в напряг, тогда это будет классно, это будет здорово, это будет драйвно. Да? То есть искреннее желание и настойчивость. Вот. Вообще дыхательные практики сами по себе очень уникальны. Они тоже входят в мой курс, тот курс омоложения, который мы сегодня работаем вместе с девочками в группе волшебниц. Я вам дам сегодня одно дыхательное упражнение. Оно вам очень поможет, особенно тем, у кого лишний вес. Так. О травах, да? О травах я чуть позже расскажу. Да, я делаю свои сборы, авторские сборы. Есть у меня один авторский сбор омолаживающий, называется он «Кама-сутра для женщин». Это фитогормональный сбор, то есть там входят травы, которые поддерживают гормональный баланс женского организма, которые омолаживают, очищают, то есть подпитывают наш организм, стимулируют яичники, чтобы они вырабатывали гормоны, да, и подпитывают наш организм гормонами, фитогормонами, то есть натуральными, природными элементами. Об этих травках я, конечно, вам еще сегодня расскажу. То, что касается сборов, я их делаю, но их у меня нет в прямой продаже, да, я их делаю только для участников своего курса, да, поэтому если у вас есть желание приобрести мои травы, приходите ко мне на курс, буду очень рада вам помочь. Сейчас я готовлю новую партию, очень много уже заказов, уже девочки с курса пишут, уже вон там в очередь записываются, да, сейчас я еще его готовлю, потому что некоторые ингредиенты, которые входят в этот омолаживающий сбор, они еще не выросли, просто они еще не готовы, да, то есть они еще не высохли, как вот эта травка, вот, на производство еще не поступили, поэтому я так думаю, что через неделю, через две я уже буду формировать посылки, вот, да, можете приходить ко мне на курс и с радостью будем делиться с вами информацией. Так, ну что, готовы принять упражнение? Особенно, знаете, оно для кого будет интересно? Я сейчас вам дам упражнение, гимнастику дыхательную. Очень будет полезно тем, у кого лишний вес. У кого лишний вес, поставьте единичку, пожалуйста. У кого лишний вес, пожалуйста, поставьте единичку. Дело в том, что вот это упражнение, оно очень хорошо запускает обмен веществ. Если вы будете его делать хотя бы по утрам, несколько раз, да, 2-3 дыхательных цикла, его также можно вечером делать. У вас будет улучшаться обмен веществ. Его хорошо делать после того, как вы объелись. Случайно, да? Вот. И он очень хорошо снимает плохую энергетику. Когда вы перенервничали, там, когда вы стрессанули, когда у вас там случилось что-то неприятное в организме, вам нужно это убрать, эту информацию. Итак, смотрите, что мы с вами делаем. Сейчас я вам покажу. Мы с вами делаем вдох. Поднимаем грудь так высоко, да, чтобы освободить диафрагму. То есть делаем вдох. И держим дыхание, не выдыхаем, да, то есть чтобы у нас грудь была открыта. В это время поднимаем ручки вверх и начинаем стряхивать пальчики. Я вам покажу, вот видите, как у меня пальчики трясутся. На уровне верхней чакры. Угу. Держим столько, сколько мы можем удержать, не дыша. И потом выдыхая, делаем освобождающее движение. И представляем, словно воздух проходит через наше тело сверху вниз. Да? Делаем выдох таким образом. Как будто отпускаем энергию, пробиваем ее сверху вниз. И у вас в это время будет такая легкая вибрация по телу, будет ощущение, что
Что-то внутри там начинает играть, да? Поехали, делаем вдох. Поднимаем высоко диафрагму, задержали дыхание, закрыли глазки, встряхиваем. Я считаю до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И опускаем вниз через все тело, через наш энергетический столб. Снова вдох. Поднимаем высоко грудную клетку, открываем диафрагму, ручки подняли, встряхиваем. Раз, два, три, четыре, трясем, пять, шесть пальчиков улетает, все, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, выдох. И еще раз вдох. Грудную клетку подняли, держим. Раз, два, три, сами считаете до 20, а я вам скажу, что когда вы сбрасываете вот таким образом пальчики, представляете, как будто с пальчиков улетает все, что вам не нужно. Здесь у нас есть канальчики, которые открываются, наши точечки, наши биологически активные точки. И когда мы трясем ладонями, выдох, закрыли глазки, слушаем свои ощущения, как будто что-то вверх-вниз внутри поднимается, да? Так вот, пока вы свои ощущения наблюдаете, я вам расскажу, что вообще кисти – это достаточно сакральные вещи. Мы сегодня с вами еще будем руками работать, и вы поймете, почему руки очень важны. А теперь открывайте глазки и пишите, пожалуйста, отзывы об этом упражнении и что вы почувствовали. Горячо, жарко. Энергия поднялась, да, живот освободился, тошнота прошла или еще что-то, да, там энергии заиграли, покалывание, облегчение, конечно, да. Мы с вами сделали всего 3 раза. Повторяйте это упражнение каждый день, оно ведь несложное, оно несложное. И вот кто, вот у кого есть желание, сейчас можете продолжать делать это упражнение, да, просто слушайте нас, включайтесь в наш разговор и еще сделайте повторение 2 или, ну, допустим, еще 4, чтобы было там либо 3, либо 5, либо 7. И потом напишите свои отзывы, потому что вы будете чувствовать, как пошел вот это, знаете, как будто внутри вас заколбасило, да? То есть вот таким образом мы обмен веществ убыстряем, чтобы у нас быстрее жиры сжигали, и в то же время очищаем свой организм вот через кончики пальцев. Так. Ну что ж, давайте посмотрим, как мы с вами будем омолаживаться на гормональном уровне. Почему? Потому что, судя по вашим смс-очкам, которые вы поставили, кстати, кто еще не ставил свой возраст, я потому что вижу, что пришли очень многие, кто-то опоздал, вам тоже интересно, наверное, да, с нами поработать, кто опоздал и не ставил свой возраст, мы ставим не просто возраст, внимание, девчонки, сейчас еще раз сначала, мы ставим сначала свой возраст паспортный, а потом возраст своей души, насколько вы себя чувствуете и ощущаете, потому что с этой цифрой мы сейчас будем работать. Вот, так вот, я вижу, что вы все практически уже близки к менопаузе, и она у вас уже есть. То есть уровень гормонов у нас в крови снижается, когда приходит менопауза, правда? И что у нас получается? У нас получается старение. Потому что наши гормоны, они отвечают за нашу красоту. Предназначение женщины, миссия женщины – родить ребенка. Это наша самая главная миссия, да? Иначе бы нам не дали эти сакральные органы. Чтобы родить ребенка, нужно привлечь самца. Чтобы привлечь самца, нужно быть красивой. Вот почему наши гормоны играют с нами такую роль, такую шутку. Да? Смотрите, молодые ведь все красивые. Да? Вот эта моложавость, вот эта красота, вот эта вот активность, это все работа гормонов. И ваша задача понравиться мужчине, чтобы родить ребенка. И в тот момент, когда вы отказываетесь от этого после 40 лет, ваш организм говорит, все, окей, она рожать не будет, а зачем тогда ей, в принципе, эти гормоны? А что организм будет стараться вырабатывать, яичники там будут напрягаться? А ей, она же рожать не собирается, значит, ей не надо нравиться мужчинам. Представляете? Вообще нонсенс, да?
То есть природа говорит, тебе больше не нравится, не надо нравиться мужчинам, зачем? Ты не собираешься рожать детей, а мы-то всю жизнь хотим нравиться. И поэтому мы боремся за свою молодость. Понимаете? Вот. А уровень гормонов снижается, все начинается обветшание, да, вот это увядание. Но это еще полбеды, ладно бы так. Гормоны-то ведь они нас защищают еще и от остеопороза, инсульта и инфаркта. Знали об этом факте? Гормоны наши женские, эстрогены. Вот. И поэтому, когда снижается уровень гормонов, организм находится в стрессовой ситуации. И он очень уязвим, его надо защищать. А кто его будет защищать, раз гормонов нет? Его начинает защищать жир. Потому что в жире содержится, вот жир это тоже депо наших ну, гормончиков, вот этих эстрогенчиков. И поэтому после 45 лет, после 50 лет мы начинаем набирать. Не все женщины набирают, но в общей своей массе 5 килограмм в год. Да? Много из вас кто поставил о том, что единички в ответ на вопрос о лишнем весе? Угу. Вы знаете, в любом возрасте можно восстановить, я вам сейчас расскажу как. У нас есть, значит, на гормональном уровне, каким образом мы с вами будем работать? Мы воздействуем на биологически активные точки, потому что у нас есть на теле проекционные зоны тех органов, которые спят. Спят наши яичники, спят наша вымочковая железа, да, вот здесь вот. Спит проекционная зона яичников, спит наша вымочковая железа, спят наши надпочечники, они немножечко так уже подзасыпывают, да. И поэтому мы как бы вот все увядаем, увядаем, увядаем. Для того, чтобы запустить гормональный фон, расшатать, это одно из воздействий, понятно, что много, да, других будет, сейчас расскажу. Вам нужно их расшевелить. А как? Через проекционные зоны. Вы же знаете, да, вот видели картинки, там у сердца проекционная зона, там, на таком-то пальчике, да, у почек, там на лице где-то и так далее. Вот. У нас есть вот эти вот точечки тоже на теле. Вот одна из них, кстати, показана, а это джинджу и сымень, вот эти две точки, которые находятся ниже пупка. Но я вам покажу другие точки, вы эти сложно искать, я вам покажу очень легкие. Вот смотрите, вот сейчас ручку все положите, пожалуйста, вот сюда на грудь. Я вот вам сейчас покажу, чтобы вам видно было. Вот, видите, моя роскошная, шикарная грудь. Вот здесь, вот, да. И начинаем массировать. Больно, болезненно, правда? Найдите, пожалуйста, болевую точку. Ваша задача сейчас найти болевую точку. Кто нашел, плюсики поставьте. То есть вот реально как будто вас колбасит, да? Что-то вот там вот такое происходит. Дальше. Второй рукой вы ставите на еремную ямку, вот здесь, еремная ямка. И вот это расстояние между еремной ямкой и точкой моего спокойствия ищите, вот, центр. Угу. И вот здесь начинаете тоже массировать. Тоже она не то, что такая болезненная, как вот эта точка моего спокойствия, а вот эта проекционная зона вымочковой железы и иммунитета, она просто неприятная. И вот сейчас попробуйте сразу две точки промассировать. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чувствовали, как неприятно было? Сейчас прохлопаем давайте вот таким образом, да, немножко. Неприятно было? А знаете почему? Вот смотрите, когда вы спите утром, сладко-сладко, и вас начинают будить, вы... хочу, да, отстань от меня. Вот здесь то же самое происходит. И наша задача их разбудить. Точек на самом деле на теле много. Я вам в курсе даю самые основные точки, которые нужно постоянно стимулировать, чтобы держать себя вот в этом тонусе. Но есть еще и гормональная гимнастика, об этом вы знаете, антигравитационная гимнастика. Я сейчас об этом рассказывать не буду, я вам просто... сейчас расскажу, как вы себе можете травками помочь, потому что гормонотерапия, фитотерапия – это классная вещь, да, так как я сама травами занимаюсь, я это знаю, я это люблю. А поставьте, пожалуйста, какие вы знаете гормональные травки женские, название травы, поставьте. Сначала там по часовой стрелке, а потом против часовой стрелки. Какие травки вы знаете? Угу.
Да, конечно, молодцы, вы все знаете, особенно клевер красный. А вы знаете, очень интересная история, как выявили, что ли, да, высокое содержание фитогормона, женского фитогормона в клевере. Очень интересная история, хотите, расскажи? Однажды, когда я снимала передачу для компании Faberlic, это косметическая компания, в то время они выпустили новую косметическую линию для женщин за 45 лет, ну, там, кому-то за 40, там, 45, на основе красного клевера. Я так заинтересовалась, я стала искать информацию, почему на основе красного клевера. И нашла такую интересную статью о том, как открыли фитогормон. Один пастух, который выгонял свое стадо на луга альпийские, в один из годов, так скажем, да, он вывел свое стадо не туда, где обычно пас, а на стадо, на луга, которые были усеяны этим клевером. И по осени, когда стали считать поголовье, увидели, что многие старые овечки забеременели, а многие молодые не принесли приплода. Ну и когда открыли, что раз они кушали клевер, да, стали исследовать клевер, нашли там женский фитогормон, то есть фитогормон идентичный женскому эстрогену, стало понятно. Когда у вас уровень гормонов падает, да, вы, естественно, не можете забеременеть, да, когда в менопаузе. Повышается уровень гормонов, репродуктивная функция восстанавливается. Вот почему старые забеременели. А молодые почему многие не забеременели? Тоже все объяснимо, да? Представьте себе молодую девушку, которая пышет гормонами, и накалите ее гормонами. Что будет? Киста будет, да, яичник лопнет или еще что-то, не дай бог. Да? Вот, поэтому как бы вот таким образом выявили этот гормон. И поэтому сейчас, когда она цветет, а она уже отцветает, эта трава, то есть она еще вот буквально несколько дней ее не будет, пойдите, не поленитесь, сорвите эти головки. В аптеках этой травы нет. Даже если бы она и была, я бы вам не советовала покупать в аптеке вообще траву. Вот, потому что я видела, как их сдают, кто их собирает у дорог, да, потом несут в аптеку и там навес сдают. Ну, не в аптеке, а вот эти вот пункты переработки. Вот. А лучше сами наберите. Если вы не можете, не умеете собирать, не умеете комбинировать травы, просто высушите ее и добавляйте в чай, ваш обычный чай. Хорошо бы с вам чаем. Вот, это вообще идеально, да, потому что у меня как раз мой сбор фитогормональный, он идет на основе вам чая. Вот. И просто пейте, да? Так. Сейчас много пишут о чудесном инсулине морозника. Он действительно очень полезен, или это только реклама? Морозник... Да, вниз и в сторону пупка, совершенно верно. А морозник, да, хорошая лекарство. Ну, понимаете, не то, что реклама или не реклама. А, как сказал один великий травник, нет ни одной травы, которая бы не была полезна или которая бы не была полезна. В каждой траве есть какие-то свои микроэлементы, вещества и энергетика, которые на нас воздействуют. Вы знаете, что у травы есть микроэлементарный состав и энергетические свойства. Вот, например, есть такая трава, вы ее знаете, она, не буду пока говорить, как она называется, вы ее знаете, она называется во всех сказаниях, преданиях, как приворотная трава. Приворотная травка. И на самом деле при помощи этой травы приворачивали, да, то есть девки становились приворотными. На по своему составу эта трава, да, микроэлементарный состав травы, он предназначен для очищения печени и желчевыводящих путей. И за счет этого эта травка еще очищает склеру глаз. И глазки становятся такие с поволокой, да, такие женские. А вот на своем энергетическом уровне эта трава как раз вот притягивает. И у нее даже свойства-то такие – притягиваться, приклеиваться. Поэтому трава эта называется лепешок, и вы все ее прекрасно знаете. Это мелкие колючки-собачки, которые так приклеятся к вам на штанине, да, что вы потом долго отдираете. Кто проходил через эту процедуру отдирания вот этих маленьких лепенечков? Поставьте плюсики, пожалуйста.
Вот это и есть репешок. Это и есть та самая, да, приворотная травка. Представляете? Вот. Так вот, я говорю о чем? О том, что в любой траве, да, есть то, что, может быть, вы даже не знаете. Каждая трава хороша для определенного, ну, для решения определенной проблемы. Нам с вами хорошо пить травы женские, которые насыщены и не только фитогормонами, как, например, клевер красный, или как душица, или как там, рябина красная ферментированная, как лист вишни ферментированный, а травы, которые очищают организм, да, которые там, очень хорошо освежают цвет лица, как, например, там, морковка, да, ботва морковки, или шалфей, или жасмин, да, то есть очень много трав. Вот. Если умеете комбинировать, комбинируйте. Не умеете, лучше не лезьте. Почему? Потому что, например, вот вы знаете, что крапива, она сгущает кровь, да? Но в крапиве потрясающий энергетический состав, ведь не зря крапиву называют ведьминской травкой, правда? Она очень сильная трава, а ее микроэлементарный состав зашкаливает по составу магния. А магний нам нужен для красоты наших волос, да, для зубов, для ногтей, понимаете? И как мы можем не пить крапиву? Ну, как ее не пить, если это вообще кладезь витаминов, микроэлементов и веществ таких? Но мы ее можем обезвредить, мы можем убрать вот это вот, ну, так скажем, нейтрализовать ее свойство сгущать кровь. Потому что нам-то с вами надо кровь расширять. И вот как это сделать? Интересно? Если интересно, поставьте плюсик, расскажу. Если нет, идем дальше. Вот. Так значит, смотрите. Интересно, да? Смотрите. Добавляете к крапиве любой разжижающую траву. Например, листья малины или душицу. Все. И вы уже нейтрализовали вот это ее свойство загущать кровь. И вы берете крапивку и малинку. Вот этот дуэтик пьете. Или там крапивку и таволгу. Это вообще, это бомба, да? Это бомба. Крапива и таволга, это вообще супер просто. Вот. А теперь, как войти в свой цикл, в свой ритм, если вы уже в менопаузе? Дело в том, что мы с вами женщины, мы живем по какому ритму? По солнечному или по лунному? По вашему рецепту сделала. Вот, да, видите, уже по моему рецепту уже скоро все девчонки будут омолаживаться и делать прекрасные ароматные супер напитки. Я очень рада, что мои рецепты расходятся по всему интернету. Так. Лунному, конечно, к лунному. И поэтому мы с вами живем в ритмах Луны. У нас даже наша женская суть, она лунная. Мы с вами в месячных. У нас какой цикл месячных? 28 дней. Сколько месячных в году? 13. Какой лунный цикл? 28 дней. Сколько лун в году? 13. Мы вместе с Луной мы проживаем этот ритм. Так как Луна воздействует на жидкость, на Земле, в том числе на жидкость в организме, мы, естественно, живем в ее ритме. И если мы с вами сбиваемся из этого ритма, мы очень быстро начинаем стареть и уходить, и увидать. Нам нужно сейчас к этому ритму подключиться, к лунному, понимаете? У вас месячные в виде кровотечения могут не вернуться, а этого и не надо. Главное, чтобы ваше тело резонировало ритмично с луной, омолаживалось, да, благодаря вот этому. Поэтому что мы с вами делаем? Мы с вами начинаем фитогормональные травы пить, внимание, в первый лунный день, когда у нас новолуние. В первый лунный день, вот только начался первый лунный день, мы начинаем первый прием гормональных фитотерапии. Начинаем пить эти травы и пьем 21 день. Потом 7 дней отдыхаем, потом снова 21 день, потом 7 дней отдыхаем, потом снова 21 день, потом 7 дней отдыхаем. Понимаете? То есть и вот так 13 лун в году. Дело в том, что гинекологи и врачи считают первый день месячных, это первый день кровотечения. А вот лунный цикл, наоборот, первый день Луны у женщины соответствует первому дню, когда она очистилась после месячных. И в этот момент мы начинаем пить травы.
То есть начинаем стимулировать работу яичников, работу своего организма. 21 день пропили, и там уже еще вот глядишь 1-2 дня, и будут месячные, да? Вот. А во время месячных нельзя пить гормональные травы. Ну, то есть, ну, не то, что нельзя, но смысла нет. Понимаете? И получается, мы очень четко входим с этими травами вот в этот свой ритм. И потом очень многие мне говорили, что после 60 лет, у меня девочки, которые у меня занимаются, да, пробивается вот это вот, понимаете? То есть такое ощущение, что я в ритм вошла. Все, я в ритме, я в ритме, я в ритме, я в ритме. Попробуйте, это классно, это здорово. Да, таким образом. Так, что значит ферментировать листья вишни? Так, значит, смотрите, дело в том, что ферменты – это энзимы. Кто слышал, что такое энзимы? На модных, супермодных там баночках крема, да, написано энзимы. Энзимы – это ферменты, которые проникают в кожу и как раз вот, ну, то есть омолаживают ее. А мы с вами энзимы пьем изнутри, чтобы внутри омолодиться и кожу омолодить. Поэтому иван-чай я ферментирую. Поэтому листья малины, листья вишни ферментируют. То есть при помощи собственного сока вырабатываются ферменты в этом листе. И вы, когда завариваете, вы пьете ферментированный напиток. Да, понятно. Листья малины это вообще, листья вишни это вообще классная вещь ферментированная. Смотрите, сейчас вот буквально еще неделя пройдет, и лист уже нальется. Когда вы ягоды снимете, соберите, пожалуйста, листья вишни, положите их в полиэтиленовый пакет и заморозьте в морозильнике. Для того, чтобы, когда вы его разморозите, чтобы лист малины, вишни разрушился. Разрушился, да, то есть вы достаете, там, ну, он такой разрушенный, слизкий такой немножко, да, как обычно, когда мы размораживаем. Вот. После этого вы кладете эти листья в кастрюльку эмалированную, накрываете чем-то теплым и ставите в теплое место буквально на 8-10 часов. И проверяете. И вот когда пойдет необыкновенный аромат, уже вы почувствуете, да, что ферментация закончилась, когда из запаха сиросного запах превратится в благоухающий. Вы его раскладываете на противень и ставите в печку, ну то есть в духовку, чуть-чуть приоткрываете дверцу, потому что нельзя, иначе влага не будет выходить, и ставите примерно 70 градусов и высушиваете полностью. Чай необыкновенно вкусный, да, необыкновенно ароматный, а о пользе его это просто вот, ну, даже говорить не стоит, да, даже не буду говорить, потому что и так понятно. И вот такой, на основе такого чая вы себе делаете сбор. То есть вот отферментировали лист вишни, положили, собрали там клевер красный, положили, собрали, вам чай положили. Вот, и все это. Вот, и все это мы пьем. Как мы это пьем? Одну, вот когда вы все это размельчите руками, вот эту вот сделаете смесь, свою волшебную колдовскую, вы потом будете заваривать так. Берете столовую ложку с бобром, на пол-литра воды, закрываете на 40 минут, настаиваетесь, потом процеживаете и пьете. Как обычно мы пьем, утром там полстаканчика, но я обычно пью утром, днем и вечером. Да, у меня всегда стоит моя волшебный, у меня такой горшочек глиняный, травяной, да, вот мой, там у мужа стоит, потому что он пьет там сейчас, ну, там тоже репешок и там другие травы, там девчонки мои, дочки иногда бывают, то есть у нас вот такие вот горшочки волшебные, да, вот, отсаживаете и пьете. Вот, понятно, да, с этим? Понятно. Ну, а сейчас переходим к самому интересному, мы сейчас переходим с вами к клеточному уровню. Как же затормозить свой возраст на клеточном уровне? Да очень просто. Дело в том, что у нас есть такое понятие, как энергоинформационное программирование. То есть, когда мы клетки нашего организма можем запрограммировать. Интересно? Да? Ну, давайте будем делать наше сакральное упражнение. Угу. Значит, в чем оно заключается? В том, что мы с вами сейчас будем программировать свое, мы сделаем только на лицо и на шею. Угу. Лицо и шею мы сейчас будем омолаживать прямо в прямом эфире. Сели пряменько, спиночки ровненькие, макушка вверх, копчик вниз. И начинаем сильно-сильно растирать руки. Сильно-сильно. Представьте, что вы добываете огонь. Между рук должно все гореть.
словно вы растираете либо шелковую ленту, либо какую-то палочку, там, да, ну, неважно что, в общем, это должны. И еще волшебничаем. Видите, какие у нас волшебные манипуляции, да? Настоящее волшебство, это чудо. Это чудо, это просто чудо. Еще сильнее. А теперь, внимание, раздвигаем ручки. Издвигаем. Раздвигаем. Издвигаем. А теперь соединили ручки, и вы таким образом попружинили. И вы чувствуете, что между рук появилось какое-то волшебное пространство, плотное пространство. Вы можете его даже уплотнить. Особенно когда дым-дым-дым, вот так быстро-быстро, да, очень хорошо чувствуется. Вы можете из него сделать шарик плотный, вы можете его растянуть, вы чувствуете, как оно растягивается. То есть мы с вами поняли, что в руках у нас образовалось нечто, правда? Интересно? Поставьте ваши ощущения, что вы чувствуете между рук. А я вам дальше буду рассказывать. Это еще не упражнение на омоложение, это я вам показала, с чем вы будете работать. Это, по сути, ваш инструмент, ваша энергия. Вот. И нам ее нужно прописать, то есть нам ее нужно зашифровать, нам ее нужно запрограммировать. При помощи чего мы будем программировать нашу энергию? Дело в том, что, ведь вы знаете, да, энергия бывает разная. Там, энергия любви, энергия денег, там, энергия там, успеха. И мы об этом все говорим, но мы не понимаем то, чего говорим. Энергия любви. Что это такое? Это значит, мы находимся в каком-то пространстве, в каком-то ауре энергетической, которая вибрирует на частотах любви. Да? Энергия молодости. Значит, мы находимся в каком-то пространстве, которое вибрирует на молодости, на молодых клетках. Энергия денег. Энергия денег, да? То есть это какое-то пространство, какая-то субстанция, благодаря которой появляются, изменяется материя в мире. Энергию денег привлекаем, деньги приходят. Работаем с энергией, материю меняем. Здесь то же самое. Мы сейчас будем работать с энергией, и будет меняться наша материя. Угу. Вот. Но мы ее будем программировать нашими чувствами и эмоциями. Это очень важно, да, потому что по-другому мы никак эту информацию, как мы информацию молодости запишем, ни ручкой, ни тетрадками, ни словами, ничем. Поэтому сейчас сели удобно, спинку выпрямили, глазки закрыли. И вспомните ту циферку, которую вы сегодня написали. Это ваш возраст вашей души, это ваш реальный возраст. И вспомните себя, пожалуйста, сейчас в этом возрасте. Вспоминайте. Как вы себя ощущали? 25, 15, 18 лет. Вспоминайте тот возраст. И теперь из души посылайте вот этот резонанс, этот импульс, да, включайте свое тело вот в душе. Там, вам 50 лет, а в душе 25. И оттуда резонируйте, включайте свое тело. Что чувствует ваше тело? Как чувствуют клеточки себя? А, чувствуете, да? А лицо какое подтянутое, правда? А глазки как сияют? Да, аж прямо мурашки по коже побежали. То есть восторженное состояние. И попробуйте войти вот в эти ваши 20-25 лет. И еще, входим. Нам сейчас важно войти в это состояние. Закрытыми глазками входим в это состояние. Чувствуете, да? Как я видела, как я чувствовала, как я слышала, как я ощущала себя. И начинаем ручки сильно растирать. Держа вот это состояние молодости, радости внутренней, начинаем растирать ручки. И представьте, что вы посылаете энергию прямо туда, в ладошечки свои, вот эту вот радость свою, вот это ощущение себя молодой. Еще сильно растираем. Ощущение радости, молодости. Да? Каждой клеточке свои 20 лет чувствуем. Еще сильно. А теперь внимание, открываем глазки. И начинаем очень мягко, нежно, не касаясь ладонями лица, а только буквально 2-3 миллиметра от лица, медленно вот так вот, как бы накладывать маску на лицо энергетическое. А теперь подержите ладони вот таким образом, не касаясь буквально 2 миллиметра от кожи. И чувствуйте, как начинает покалывать кожу, как она начинает нагреваться, и от рук идут импульсы, словно иголочки прокалывают. Вот
Это и есть та энергия, которую мы с вами только что на предыдущем уроке раздобыли. Вы же чувствуете, что здесь что-то появилось? Вот это вы себе и нанесли, но мы его предварительно запрограммировали вашим состоянием. И сейчас наносите вот эту вот живительную, энергетическую, волшебную маску себе на лицо. Чувствуйте, как впитывают ваши клеточки эту энергию, как они считывают информацию молодости. Делайте движения мягко, вот такими круговыми можно движениями, не торопясь. Угу. Еще можно подержать, сделать такую масочку энергетическую. И очень мягко развести ладони от центра к периферии и по шейке вниз. Шейку полечили. И пока еще у нас в ладонях сохраняются вот эти ощущения, вибрации, покалывания, тепла, держим руки, да? Потому что энергия это бесценная. Держим ручки на уровне лица, еще. Вот это покалывание. Угу. Вот это тепло, вот эти вибрации. Принимаем. И растягиваем для всего лица. Вот, да. Вот так замечательно. И еще немножко подержим. Держим. Растягиваем. Вот таким образом. Сделали вдох и выдох. А теперь, что вы чувствуете? Вы можете сейчас в зеркало посмотреть. Вы можете сейчас оценить свое состояние. Напишите, пожалуйста. Да? То есть ощущение кожи стало упругой. Ощущение, что действительно она чем-то напиталась, как будто вы ее чем-то подкололи. Напишите сейчас ваши ощущения. И делайте это упражнение каждый день, утром, когда вы просыпаетесь. Подзаряжайте себя. Да, вот это, делайте это энергоинформационное программирование. На клеточном уровне себя омолаживайте. Утром, не вставая с кровати. Вот вы еще только проснулись, лежите. Растерли свои ладошечки. Вызвали это ощущение, состояние на физическом плане вашего внутреннего возраста. И таким образом нанесли на лицо. Вот так мы с вами сегодня омолодили лицо. Да, просто красавица. Да, чувствуете, да, как пошло? Да, вот завибрировало личико. Вот, ну что ж, вообще сакральные техники омоложения, это, конечно же, наследие нашей древней славянской культуры, потому что вот то, что вы сейчас сделали, это одно из упражнений, да, богатого этого арсенала. На самом деле много упражнений, и антигравитационные подтяжки, и работа с дыханием, и работа с телом, и работа с, непосредственно с кожей, и работа с волосами, потому что есть еще такая программа, как «Шелковая коса» у меня в курсе. И, конечно же, работа со своим телом, потому что целый урок у меня посвящен ментальной диете. Ментальная диета – это потрясающая тоже такая вещь, которая поможет вам очень безболезненно выйти из лишнего веса, если вы будете ею заниматься. Так как я сама не любитель вот этих диет жестких, да, то есть вот ментальная диета – это мое изобретение. Чем мы с вами можем пользоваться еще? То есть какие силы нам помогают трансформироваться, преобразовываться, сохранять молодость. Так, ощущения волшебные, а грудь можно уменьшить, сделать упругой. Конечно. Для груди у нас есть, кстати, упражнение. У меня его в курсе нет, но я его планирую давать у себя в скайп-чате, потому что все девочки, которые идут в курсе, те, кто приобретает в течение 24 часов мой курс, я всех подключаю к скайп-чату. Что мы делаем в скайп-чате? Мы там волшебничаем, каждый день общаемся, устраиваем уроки дополнительные, я скидываю дополнительные практики. Вот. Ну, то есть это целая такая работа, представляете, это как у нас клуб волшебниц, да, то есть еще и на уроки ходите, эти видеоуроки с моим присутствием, помимо еще курса, да, поэтому это очень интересно. Не все, естественно, вошло в курс, потому что очень многие техники, например, как контракт с Хроносом – это очень серьезная практическая работа, которую самостоятельно сделать сложно, нужно делать с наставником. Договор с Хроносом, контракт с Хроносом, когда мы со временем подписываем договор, да, мы берем еще 20 лет молодости вот в этом состоянии и прописываем этот договор. То есть наша задача в этом состоянии удержаться. Угу. И еще мы начинаем отчитывать время назад. То есть если вам сейчас 45 лет,
то когда вам исполнится 46 по паспорту, по контракту с Хроносом вам исполнится 44, потом 43, потом 42, потом 41. Но об этом сейчас не буду рассказывать. Расскажу вам о силах первоэлементов. Какие первоэлементы вы знаете? Какие первоэлементы вы знаете? Так, как можно записаться на мой курс? Светочка, дайте, пожалуйста, ссылочку, пройдите по ссылочке. Заявку оставьте и оплачивайте. В течение 24 часов, кто оплачивает курс, в курс входит 8 уроков, там 4 видеоурока с моим участием, в каждом уроке по 5 упражнений записанных и 4 аудиоурока. Угу. Вот, оплачивайте в течение 24 часов, подключаю вас к скайп-чату, чтобы вместе с нами работать. Вот. Так, значит, какие первые элементы вы знаете? Какие первые элементы вы знаете? Совершенно верно. Да, земля, вода, воздух и огонь. Вот при помощи огня очень хорошо делать криопрактики и криоомоложение. Криоомоложение у нас уже в курсе было, в прямом эфире мы его проводили. Но кто попадает в скайп-чат, там выложены все практики. Там записи все выложены, вы их скачиваете, они у вас уже есть, дополнительные материалы. Да? Поэтому вот, вам бы старательно, желательно бы попасть, конечно, в скайп-чат наш, в наш клуб. Вот. И при помощи огня можно делать такую практику, как снятие боли мгновенное, практика криоомоложения, да, когда мы убираем морщинки. Вот. Очень хорошо работают камни, с камнями мы тоже будем учиться работать, потому что камни резонируют на определенных частотах. Вот почему существует липотерапия, вот, литотерапия, вот почему существует кристаллотерапия. Информацию или, ну, так скажем, знания по кристаллам передала мне моя наставница Татьяна Гловацких. Это очень известный кристаллотерапевт. Она сама физик по образованию, поэтому она знает практически все о молекулярной решетке минерала, его структуре. И очень любит камни, и вот свою любовь она тоже передала мне. Такой камень, как розовый кварц, вот вы его видите, я вам показываю. Например, он резонирует на части, вот каждый камень имеет определенный спектр, да, излучений. Это зависит от того, какой состав, да, вкрапление, да, там, какого цвета, ну, там, какой, как это называется, чистоты этот камень. Угу. Вот. И поэтому каждый камень резонирует на определенных частотах. И когда мы эти частоты подстраиваем, допустим, под больной орган, они выравнивают, и орган начинает работать правильно, да, вот в этом заключается кристаллотерапия. А мы с вами будем подстраивать этот кристалл, вот этот розовый кварц, под частоты молодого тела, молодой кожи. Поэтому розовым кварцем делают, кстати, массажи во многих клиниках. Вот прямо массажи именно кристаллом. И не надо им добить кожу, растягивать. Достаточно просто прикладывать кристалл туда, где у вас, допустим, проблемная зона. Очень хорошо кристаллы носить вот здесь. Угу. Да, минералы. Вот. Или, допустим, раньше вообще вот эти вот камушки, минералы и кристаллы дробили мелко-мелко в порошок и подмешивали в водичку. Водичка настаивалась, потом ее сливали и пили. Так они якобы быстрее в ионы свои отдают и встраиваются в структуру воды. Но на самом деле не надо его дробить, вы можете вообще этот камень положить в стакан с водой, и после 12 часов водичка у вас зарядится. Угу. Так, есть секрет, чтобы зубы выросли. Вы знаете, вот у Нарбекова, у него на урок, ну, у учеников зубы вырастали. Да, об этом там много было написано там и так далее. Вы знаете, я знаю принцип, как это можно сделать, но я сама никогда этим не занималась. Дело в том, что мы внутри себя запускаем процесс. А процесс определенного омоложения, да, если месячные восстанавливаются. Я, честно говоря, не знаю, на моей практике такого не было. Но вдруг у вас получится. Представляете, как это классно будет? Если вы запустите в себе вот этот процесс омоложения. То есть, когда наше тело начинает вспоминать на клеточном уровне, сколько нам было лет тогда.
Вот. И еще вы можете этот камень положить в баночку с кремом. Угу. И крем тоже будет подзаряжаться этими частотами. Вот таким образом мы работаем с первоэлементами. Водичку заговариваем, делаем обряды, ритуалы, потому что это все, знаете, что такое обряды, ритуалы, заговоры, вот это все. Это не шаманство, а это самопрограммирование себя. Вот есть ритуалы, которые сами по себе никакой ценности, допустим, не несут. Вот приехал из Цейлона целитель, врач один, да, и вот буквально 2 или 3 дня назад приезжали к нам в гости, она сюда, вот в эту деревню, деревня называется Поваренки, она находится на берегу Камы, здесь, где производство у моего мужа ферментированного иван-чая. И он приезжал, чтобы попробовать этот продукт, вы представляете, целитель, там, аюрвед из Цейлона, и он подарил мне вот такую, ну, как бы оберег, он мне его там завязал на ручку, но вот он у меня развязался. Вы знаете, это всего лишь, что это? То есть это всего лишь ритуал, это всего лишь какая-то тряпочка, да? Но когда он это завязывал, когда он читал молитву, вы знаете, вот я настолько в это верила, и вы же сами знаете, и мы себя этим программируем. То есть все обряды, обряды, ритуалы, то же самое, ну, там заговор на воду, это все программа. Поэтому омоложение изнутри, мы сами себе ставим эту программу. Таких программ у вас стоит море и куча, и вы сами все знаете, у вас есть негативные программы и позитивные программы. Да? При помощи заговоров, обрядов и ритуалов мы эти программы ставим. Есть инфа, что мальчики ногу вырастил себе и играет, людей вырастают ноги. Да, возможно, может быть, ну не может быть, а точно так оно и есть, потому что я же у Нарбекова сама училась, да, вот, но я говорю, что на моей практике такого не было. На моей практике такого не было. Вот. Поэтому как бы все вот эти практики, которые направлены на естественное омоложение, они кому подходят? Они подходят тем, кто хочет быстро и эффективно и гарантированно омолодиться. Изнутри, да, не просто снаружи. Так, а где вы живете, можно ли приехать к вам, хотя бы купить травы? Кашпировского вырос, зуб удален на 5 лет. Матку поднять. Это вообще реально. Знаете, сколько маток я подняла уже из изображения? У нас есть в курсе упражнение антигравитационная гимнастика. Там целый урок посвящен. Антигравитационная гимнастика. Там все я очень четко объясняю, как это работает и какие упражнения нужно делать. Угу. Вот. А то, что касается трав, я живу в Ижевске. Это город Ижевск, это Удмуртия. Это Удмуртия. Вот. Вот. Так. Зрение тоже поднять можно, конечно. Но у нас, конечно, есть как бы сайт по нашим травам, но я оттуда не продаю, там нет продаж. То есть, ну, у нас, видите, покупают оптом клиники, санатории, магазины здорового питания. Поэтому если я и формирую посылки, вот, допустим, вы придете ко мне на курс, вы захотите купить вот этот сбор омолаживающий, да, естественно, я вам его отгружу, но только уже на год, да, чтобы вы целый год его пропили. То есть по одной пачке, естественно, я не отгружаю, потому что, во-первых, мне жалко, кому-то эта трава пригодится, потому что она у меня быстро кончается, она у меня до Нового года уже заканчивается, у меня ее очень быстро искупают. Вот. А вы, если ну, месяц пропили, смысла нет, ее месяц пить, ее надо пить курсами. Вот. И поэтому, когда вы приходите, проходите процесс омоложения, у вас что происходит? Вы женщиной становитесь, притягательной, и вы начинаете наслаждаться своей красотой и молодостью. У вас повышается что? Самооценка. Понимаете? И вот, вот эта вот притягательность и сексуальность, она же только у молодых бывает. Вот такой красивый, гармоничный, естественный. А если вы сейчас в поиске партнера, если вы одиноки, да, то это вам очень поможет действительно раскрыть себя, чтобы мужчины вас видели, чтобы вы наконец-то нашли свою вторую половинку. Напишите, поставьте, пожалуйста, единичку. Так, а сколько вам лет? Я уже говорила, мне по паспорту 49 лет. Угу. Вот, поставьте единичку, кто одинок. Кто одинок? Вот кто бы хотел найти свою вторую половинку? Угу.
Кто одинок? Дело в том, что сейчас очень много одиноких людей, да, несмотря на то, что мы все начинаем говорить о ценности семьи, мы все пытаемся хранить, да, вот эту, ну, как бы нашу природную ценность, да, семья – это же свойственно человеку, и тем не менее, вот видите, к сожалению, как много девчонок, которые в поиске. Очень хочу вам всем помочь, поэтому приходите на курс, будем работать. Потому что мы ведь работаем не только с красотой, мы же работаем. Вчера у нас, допустим, был урок «Зарядка для ленивых». Как делать упражнения, сидя в офисе, и что можно делать. Интересно? Интересно, да? Вот. Потом был урок «Заговоры», как правильно заговоры, аффирмации, как правильно читать. Вот. И «Привод дыхания» мы вчера тоже отрабатывали. Вот. Поэтому, конечно, и в личной переписке мне приходится решать и вопросы, там, как поступить в таком-то, там, с этим человеком в отношениях, как поступить там, в данной ситуации и так далее. Вот. Вот. Поэтому, конечно, это все нужно просто, нужно это делать. Вот нахрапом это не берется, да, то есть нужно войти в это состояние, да, то есть быть в среде, как я говорила. Угу. Шоки от возраста, что мне берете курс. Хорошо, давайте, давайте. Давайте, я с радостью вас всех принимаю. Кстати, я могу вам... вот смотрите, что входит в мой курс. Сакральные техники древнеславянских волшебниц. Я вам сегодня одно упражнение уже дала. Личные авторские находки. Тоже дыхание – это моя авторская находка. Ментальные диеты – это тоже моя авторская методика. Энергетические упражнения омолаживающие. Антигравитационная подтяжка, но не только лица, еще и тела. Это обязательно. Потому что гравитация работает против нас, вы же знаете, да, птоз – это вот как раз работа гравитации. Омоложение во время сна, авторская методика «Шелковая коса», она занимает тоже часть урока, вот, для роста волос и укрепления волос, и как убирать седину, я вам тоже расскажу. Затем мы позанимаемся квантовой косметологией, точками молодости, вы узнаете, где находятся точки молодости, как работать с каналами молодости. Мы с вами составим эликсир молодости, который вы будете пить, это все на курсе. Ну и, естественно, техника повышения уровня женских гормонов. То есть гормональная гимнастика – это обязательно, это просто в базовый курс входит, без этого никак. Угу. Вот, курс состоит из 8 уроков. Так, курс состоит из 8 уроков, это 4 аудиоурока, 4 видеоурока, и я вам еще дарю запись платного вебинара с демонстрацией всех техник и упражнений в живом эфире. Этот курс, он у меня в записи, то есть вот вы его сегодня приобрели, и сегодня открываете первый урок, допустим, да, или там сегодня приобрели, можете первый урок открыть через неделю. Как хотите, в своем режиме работаете. Вот. И также у меня этот курс шел в вебинаре. То есть у меня было 2 дня вебинара, платных вебинаров, когда я то же самое, что у нас есть в этих вот в аудиоуроках и в видеоуроках. Ну, конечно, не все вошло в вебинар, понятно, да? То есть там где-то 6 часов записи. Мы отрабатываем этот курс в видеоуроке. Тоже хороший подарок, да? Вот, потому что курс этот стоил 4100 рублей. Ко мне приходили женщины, которые не нашли вот в этом курсе, а вам он достается бонусом, да? Потому что все равно вы получаете эти 8 занятий, это будет вам очень хорошей поддержкой для того, чтобы вы освоили, ну, все методики. Дальше. Ну, что я вам хотела сказать? О том, что... Минуты тянутся, часы идут, дни бегут, годы летят, а жизнь проносится, так это вы сами знаете, потому что вспомните, как ваша жизнь, как вы ощущали вашу жизнь 20 лет назад, как вы ощущали время. Оно так же шло или медленнее? Вот поставьте, пожалуйста, так же шло или медленнее? Медленнее шло. Сейчас помчалось, правда? И с каждым днем быстрее, 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 быстрее. Угу. Вот. И не за горами тот момент, когда вы приблизитесь вот к этому возрасту, к возрасту этих женщин, которые вы видите сейчас на экране. Они одного возраста. И какой вы хотите быть, выбирать вам.
Поэтому сейчас мы с вами ставим еще одну программу на ваше подсознание. Напишите, пожалуйста, в чате, какой вы хотите быть. Та, которая слева или которая справа. Потому что когда вы прописываете, вы программируете. Вот я почему всегда говорю, пишите мне, пишите в чате. Это ваши программы. Вот вы сейчас как пропишете, так и будет. Той, которая слева или той, которая справа. Конечно, справа, умнички, да? Вот. Потому что завтра-то никогда не бывает, бывает только сегодня. Вот вы проснетесь завтра утром, а это будет сегодня. Да? И таким образом жизнь пролетает, поэтому мы ее не замечаем. Потому что она всегда сегодня. Мы потом, только когда оглядываемся назад, видим, что прошло 10 лет, 15 лет, 20 лет. Наша задача остановиться во временном пространстве в этом. Да? А я, конечно, вам могу предложить почитать реальные отзывы участниц курса. Да? А, то есть, вот, например, мои любимые девочки, которые идут у меня в скайп-чате, можете прочитать, да. Вот, там, этого я не делала, работа с надпочечниками меня просто покорила, намного эффективнее, чем просто массировать костяшками, антигравитационный лифтинг, я вообще в восторге, это бомба, просто чувствую, да, вот, вот где это, по крайней мере, моя собака зарыта. Так что пробежала, пролистала и осталась очень довольна, материала предостаточно, есть чем работать, да. Думаю, часа не хватит, вот. Такие письма я получаю постоянно, да, и в скайп-чате, и в системе антитренинг, который идет, потому что курс работает реально. Вот еще можете, да, посмотреть, это вот тоже моя любимая ученица написала, да, когда она полностью уже скачала курс, да, что это намного больше, чем она ожидала, да, это заряд оптимизма, бодрости, вот, конечно, удовольствие, и вот даже уже поступили заявки на участие в новом проекте. Новый проект называется «Назад в будущее». Но пока о нем еще говорить рано, вам еще это сначала нужно пройти. Элементарный курс, да? Он не сложный, он простой, он очень эффективный, легкий. Вот тоже отзывы девушек. Это прямо уже в системе антитренинг. То есть вот это, ну, допустим, там девушка делает второй урок или третий урок, и тут же пишет отзыв, да? То есть как бы отписывается, что она почувствовала, что ей понравится. Вот вы можете даже почитать, да, какие отзывы сегодня об этом курсе. Поэтому, если хотите реально остановить свой возраст и не просто омолодиться, девчонки, я же говорю, самое главное – это не морщины. Морщины уйдут, не переживайте, никуда не денутся. Внутри себя нужно омолодить. И все практики, они построены именно на это, когда мы изнутри себя начинаем менять. Вот. Вы знаете, так как курс набирает, ну, вообще такую огромную популярность и такие прекрасные отзывы я получаю, а от этого мне еще радостнее становится, то, конечно, стоимость курса я буду повышать. Вот, поэтому это последняя неделя, когда я работаю по этим ценам. Сегодня я вам даю скидку работа на купить на вебинаре или скидка, которая сохраняется в течение 3 дней. Это для тех, кто действительно желает. Почему? Потому что если вы желаете, то вы все равно пойдете на курс, и вы его купите. Поэтому я вас поощряю за ваше желание, я вам даю скидку. Да? А если не хотите, то, ну, как бы там, что вам тянуть 5-10 дней, да, тогда вы идете по цене обычной закупки этого курса. То есть стоимость курса 10 500 рублей. Сегодня я вам даю вот такие льготы. Да? Еще почему я это делаю? Потому что если вы оплачиваете сейчас, вы мне доверились, вы мне поверили, и мне нужно ваше доверие оправдать, да, поэтому я вас подключаю, если вы оплачиваете в течение 24 часов, я вас подключаю к скайп-чату сеанса омоложения, да, это вы будете получать дополнительные уроки, дополнительные сеансы и поддержку в скайпе. Так что делайте, пожалуйста, заказы, заказывайте курс. Можете сразу оплатить. Вот смотрите, вы сейчас по ссылочке, когда пошли, да, вы выходите на такую красивую страничку. Вы ее почитать можете. Там написано, из чего состоит курс, из каких упражнений, какие методики. Система антитренинг. Смотрите, у нас вы можете
полностью этот курс получить. Вот, допустим, сейчас многие девочки, кто ведут системный антитренинг, они еще и просят полностью. То есть я вам полностью его вышлю. Но я могу вас подключить еще в систему антитренинг. Да, это не скайп-чат, где вы каждый урок получаете по очереди, то есть не сразу весь курс, а каждый урок по очереди. Для чего? Чтобы вас это стимулировало писать мне отчеты. Потому что когда вы пишете отчеты, я вижу, что вы работаете. Мне же результаты нужны ваши, чтобы вы работали. Угу. Не хотите, пожалуйста, работайте в своем режиме, хоть сразу последний урок открывайте. Угу. Вот. А к скайп-чату я вас в любом случае подключаю, если вы оплачиваете в течение 24 часов, чтобы работать вместе с нами, общаться вместе с нами, да, получать дополнительные уроки и так далее. Понятно, да? Вот. И вы выйдете вот на эту страничку, там есть кнопочки «Заказать или купить». Юля, я подтверждаю, у Ольги на курсе, идите, не пожалеете. Ай, перекидывайте, если не умеете работать. Еще практики будут, ребенка надо спать укладывать. Так, нет, наверное, практик уже не будет. Наверное, уже не будет. Вот, ну, может быть, в конце сейчас еще, если у вас силы остались, может, еще что-нибудь дам такого интересное на закусочку. Вот, Юлечка, спасибо огромное, спасибо за приятный отзыв. Вот видите, у меня ученицы мои тоже ходят на вебинары, и, ну, потому что действительно, вот это же, когда мы общаемся, это еще один раз, еще как бы лишний раз подтверждает то, что когда мы идем вместе, когда мы идем в поддержке, у нас намного лучше результат. Угу. Вот. И вы, когда зайдете на страничку заказа по ссылке, вы нажмите, пожалуйста, на кнопочку «Либо заказать, либо купить», и вы выходите на форму. И вот эту форму вам нужно заполнить. Тогда я буду знать, что вы реально с этого вебинара, и что вы имеете право на скидку. Да, заполните свой адрес, там e-mail поставьте. Ой, комарик полетел. Вот. И оставьте телефон, да? И если у вас есть какие-то вопросы по оплате, обращайтесь к Свете. Она вам поможет. Да, Светочка вам вышлет любую систему. Но завтра с утра мой технический помощник еще вам, если вот вы оставите свою почту сегодня в форме заявки, то вам завтра придет письмо утром. Письмо с тем, что вы можете еще и по другим реквизитам оплатить. Да? То есть там и киви кошелек, и золотая корона. С золотой короной очень хорошо оплачивают с Украины. Вот. Приват. Нет, приват у меня есть, но может у Светланы есть. Светочка, у вас есть приват? Ну вот девчонки с Украины очень хорошо золотую корону переводят, без проблем. Маниграм переводят. Угу. Вот. Поэтому не переживайте, Света вам поможет. Напишите Свете, напишите Светочке в почту, Света, дайте там почту или там что-то девчонкам, чтобы они вам писали по поводу оплаты, чтобы вы успели в течение 24 часов оплатить и попасть ко мне в поддержку в скайп-чат. Понятно, да? Вот, есть какие-то вопросы еще? Есть какие-то вопросики еще? Задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу, пока у нас есть время. Что делать, если нет месячных? А сколько вам лет? Екатерина, сколько вам лет? Так, 56, да? 56. И не надо, чтобы они у вас были. Вам просто надо в ритм войти. Просто раскачать свой организм. Угу. Просто раскачать. То есть вот начать, во-первых, пить травы и обязательно делать гормональную гимнастику. Вот та, которая у нас в курсе. Гормональная гимнастика, точечный массаж, шиатсу, меридианный массаж. То есть включать внутренние резервы. Угу. Это очень хорошо. Это очень хорошо. И не забывайте, девочки, что у нас есть точка невозврата. Что такое точка невозврата? Вот у нас у каждой болезни, у каждого состояния в организме есть момент, когда мы можем все вернуть. Но точка невозврата, она не позволяет уже вернуться обратно. Вот у кого, где точка невозврата у вас, я не знаю, да? Не знаю, насколько силен ваш организм. Хотя многие говорят, что точки невозврата не существует, что с любого момента можно вернуться назад, и можно таким образом себя и омолодить, и оздоровить. Вот. Но я думаю, все-таки есть, и она у нас вот здесь.
Мы ее сами себе программируем, мы ее сами себе ставим. Понимаете? Да, если вы едете в поездку, у меня сейчас очень многие, лето же, многие девочки с курса уехали в поездку, и они просто скачали себе все эти упражнения на планшет или в телефон, и в поездке делают. А потом приедут и отпишутся мне, да, по результатам, по ощущениям и так далее. Поэтому это очень удобно. Это, а потом, если вы в скайп-чате пойдете, вы потом приедете, откроете свой скайп-чат, или вы, если у вас интернет с собой будет, все уроки, бесплатные или, допустим, там какие-то сеансы или там наши диалоги, вы же все это будете читать, будете в курсе событий, тоже можете все это скачать. Кто не хочет идти на курс, но хочет пообщаться со мной, кому нужна именно моя персональная поддержка, можете записаться ко мне на персональную консультацию. У меня есть персональные консультации, которые, ну, знаете, чаще всего решают диагностическую проблему. То есть вы, когда идете на курс, вы уже идете сразу работать, правильно? Все, вы знаете, это мне надо, я хочу, я работаю. А если у вас есть проблемы, я не знаю, что со мной, да, почему мне не везет, почему я одинока, почему у меня лишний вес, да как мне его вообще убрать, какие продукты мне подходят. А может быть, у меня сейчас гормональный сбой, а может быть, у меня наследственное это все. Вот. Ну, то есть любые проблемы, которые мешают вам жить, можно решить. Соля, исчезла куда-то, девочки, а меня-то слышно, что-то пропало, да, действительно, а сейчас-то меня слышно, ага, хорошо, ну, давайте подождем, она появится, наверное, ну, вот такие вот энергии, сейчас она появится, а я отвечу на ваши вопросы, которые в моей компетенции, которые я могу ответить. Курс в записи. 8 занятий, если вы меня видите, слышите. Я сейчас, все вопросы уже улетели в чате. Повторите, пожалуйста, кому я что не ответила. Сейчас вот еще на почту зашла. Ага, вот через приват я напишу, вот пришлю вам по почте эту ссылочку через приват или кому-то удобнее, возможно, сходить в Золотую Корону, в Western Union, это вот тоже можно. Так, запись, смотрите, девочки, у нас комната волшебная, здесь вверху есть кнопочка, картиночка. Вы на нее нажимаете, попадаете в группу «Сакральные вечера». И туда мы выложим запись. Мы высылаем запись каждый раз после вебинара, мы просто, видимо, какие-то службы рассылочные, почтовые сервисы работают некорректно, или в спам попадают, или еще куда-то. И поэтому мы решили создать группу «Сакральные вечера», куда будем выкладывать записи и анонсы наших будущих мероприятий. И в группе-то уж никуда не денется. И там они будут храниться, и вы всегда можете найти вам нужную вам запись. Особенно такая, как сегодня, это, я считаю, учебное пособие по молодости, долголетию и красоте. Заказ сделаю и уже оплатила. Получила даже квитанцию об оплате. А когда придет курс? Когда придет курс? Так,
Вы посмотрите, обычно, если через систему JustClick оплата происходит, вот как в данном случае, если вы переводили не через PrivatBank, там, то есть не через терминал, а вот сразу через эту платежную систему, то курс должен прийти сразу. О, вот, Оля, вот ты появилась, ты меня видишь, слышишь? Вот, если... Вот спрашивают, если по системе JustClick вот тут же оплатили, ссылочка ведь должна на скачивание сразу прийти? Да, вот Оля подтверждает, все правильно, да. По поводу PrivatBank'а, да, девочки, если еще есть какие-то вопросы, мы давайте ее еще попросим в эфир. А, Оля сама высылает. Ага, ну тогда, девочки, сейчас, возможно, час поздний, если Оля вышлет, то вышлет. Или ее техподдержка уже... Ага. Ну, Оля, значит, да. То есть Оля вам сама все вышлет. Да. Вот. Так. А кто у нас переводит не вот через кнопочку «Заказать», а по системе, допустим, «Золотая корона», PayPal, вот кто-то через терминал оплачивает... Вот в таком случае, девочки, обязательно пишите на почту. Я оплатила тогда-то по такой системе такую-то сумму, чтобы мы могли сразу метнуться в Яндекс, например, в PayPal и проверить, да, действительно пришел перевод. А иначе мы вас не сможем идентифицировать, если вы нам не напишите на почту. И почта нужна еще для того, чтобы мы могли вас, ваш адрес зафиксировать, куда присылать курс. Вот, Рина, адрес я написала. Если что, девочки, смотрите, если там почта или что-то, вот вы, вот обычно бывает, когда оплаты идут, чтобы вы не потерялись, ради Бога, на почту вот напишите. И второй вариант, в группе Facebook прямо можно... личным сообщением мне там или прямо на доске, там, как оно называется. Так, вот, Рина, я вам ответила, да? Я думаю, что все, вот, у нас есть все, что мы, все, что можно. Вот я сейчас еще скину Western Union, золотую корону на всякий случай. Вот у меня есть ссылка на PrivatBank, но почему-то она в этой комнате не открывается, поэтому я скину вам на почту. Вы только напишите, пожалуйста, на почту. И мы уладим все вопросы. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста, с любым. Ну, вот что-то Оля так исчезла. Странно. Это вот вдогонку. Записи обязательно выложу, и поэтому мы сможем прослушать спокойненько, останавливая там, где нужно, чтобы усвоить. Пополним. Но вы, Рина, не бойтесь. Так вы напишите на почту, и я вам на почту все это скопирую, вышлю. С почты-то уж можно скопировать, переписать все спокойненько, основательно. И здесь чат будет открыт какое-то время. Напишите на почту, чтобы не было сомнений. Оля, ты здесь? Так, если вот, если еще... Давайте Олю еще попросим что-то еще рассказать. Руду. Так, Оля появляется или нет?
Ну вот давайте, что ли, про Иван-чай. Да. Оля, Оля, раз, два, три, Оля, выходи. Нажимай на кнопочку, здесь можно вдвоем разговаривать. Вот про Иван-чай еще хотят. Угу. Выхожу. Меня немножко выбило, я тут сама говорила, разговаривала, волшебничала. Значит, по поводу Иван-чая. Вы можете, если вот Светлана разрешит, я могу дать ссылку на сайт. Он не продажный, поэтому там вы ничего не купите. Но вы там просто узнаете, что такое Иван-чай, как он выглядит, там, как, ну, историю. Света, если можно, я дам ссылку, если можно. Вот, потому что не всегда на вебинарах можно давать ссылки на сайт, но этот сайт не продажный. То есть там, ну, это просто вот как бы ознакомительный наш. Там о истории нашего производства. Сейчас, так, так, можно, да, вот можете зайти, посмотреть, и там как раз всю эту информацию прочитаете, чтобы нам с вами время не тратить. Потому что напиток действительно уникальный, это древний напиток, который пили в древности, и сейчас его восстанавливают вот как раз по древним рецептам. Какие у вас еще, пожалуйста, ссылку на... Ну что? А, ссылку еще раз на курс, я так поняла, да? Угу. Значит, смотрите, при оплате в течение 24 часов. А в течение 24 часов, то есть у вас есть завтра, сегодня день и завтра день. И вы попадаете в скайп-чат, соответственно, да? Вот. Так, и еще что вы хотели спросить? Один Иван-чай? Один Иван-чай. Нет, вы знаете, одну пачку нет, конечно. Если только курсом. Угу. Вот, потому что если один, то это лучше в обычном магазине покупайте, в интернет-магазинах. То есть мы сами с сайта не продаем. Я же говорю, я просто вот, ну, чувствую, что вам хочется, вы хотите от меня получить, да, мои продукты. Пожалуйста, я вам там... То есть составляю эти посылочки, высылаю. А так у нас есть интернет-магазины, которые у нас закупают продукцию. Вы можете там в любой интернет-магазин зайти, там есть интернет-магазины на этом сайте, там купить себе одну, там две пачечки попробовать, пожалуйста. Так, травы свои, да? Угу. Вообще Иван-чай пьют не курсом. Вот травы пьют курсом, а Иван-чай его просто заменяют, индийский чай заменяют Иван-чаем. А вы же знаете историю, что раньше на Руси Иван-чай делали, и он назывался Копорский чай. Делали его из кипрею скалистного. Кипрею скалистный – это вообще сорняк, который везде растет. Это такое высокое такое растение с такими красивыми розовыми цветами, вот так, пирамидкой, и вот такими вот узкими листиками, раскинувшимися в разные стороны. И когда англичане, они закупали чай именно в России, вот этот Иван-чай, они его очень любили, они ценили его, они знали его полезные свойства. А раньше эту траву, знаете, как называли? Стань-трава. И вот когда я на презентациях рассказываю своим чаем, мужики начинают ржать. Ну, типа, понятно, потенцию повышает. Да, он повышает потенцию. Но стань-трава не потому, что он повышает потенцию. Он дает человеку возможность подняться, встать. Понимаете, да? Так. Как слайд-бонусы, сейчас, так, слайд-бонусы, вот, и поэтому, когда прекратили поставки нашего Иван-чая в Россию, в Европу, Англия вынуждена была перейти на индийские чаи, свои же плантации, то есть, имея плантации, она, все-таки англичане пили Иван-чай, да? Вот, она снова перешла на свои вот эти вот индийские чаи, и в память о Иван-чае стали пить чай, знаете, с чем? С лимоном. Потому что истинный вкус Иван-чая, он как будто бы вы чай с лимоном пьете, с кислинкой. И поэтому этот чай для них казался очень терпким и невкусным. И они стали туда добавлять лимон. Вот почему англичане пьют чай с лимоном. Вот, вот такая история, вы ее можете даже реально найти в интернете, почитать. Сейчас вообще очень много об этом уникальном напитке пишут. Ну а то, что касается трав, так это, наверное, наследие нашей земли. Это то, что действительно
может нам помочь абсолютно в любой ситуации. Единственное, что пить травы нужно очень аккуратно. Вы знаете, у каждой травы есть, я же говорила, и микроэлементарный состав, и энергетические свойства. Да? С травой тоже нужно договариваться. С травой можно там, и заговаривать ее, и шептать на нее. То есть договариваться, она же живая, мы же договориться можем, да, чтобы она мне помогла. Вот. И потом это игра нашего ментального поля, когда мы начинаем развивать свое творчество, свое ментальное поле, мы становимся молодыми. И почему пожилым людям, кому уже за 60, да, их называют пожилыми, так смешно, вот почему рекомендуют учить иностранные языки? Потому что развивается память, обновляются клетки, регенерируется организм. Угу. Вот, чтобы не было... Так, ощелачивает организм. А сердечником? Сердечником не можно, сердечником нужно. У нас есть один дядечка, у меня вот постоянный клиент, который всегда ко мне приходит, и вот как только у нас начинаются уже новые поставки чая, он сразу закупает себе ставолгой. Вот. Ему, кстати, прописал как раз врач-кардиолог, и он говорит, я удивительно себя чувствую, прям вообще замечательно, да, то есть и никакого сердцебиения. И Иван-чай, он еще хорош тем, что он, ну, у нас уже прямо сейчас на Иван-чай, да, перешли, зацепила вас эта тема. Он хорош тем, что он не содержит кофеина, и он не повышает давление. И поэтому вы можете пить, если у вас, допустим, высокое давление, вы можете пить Иван-чай очень крепкий, и не бояться, что у вас повысится давление. Я сама его пью вот на ночь, да, Иван-чай, то есть я пью только Иван-чай, я вообще чай никакие не пью, кроме Иван-чая и своих трав, уже больше 3 лет. Вот. Поэтому вы его заменяете просто, убираете индийские чаи и ставите, потому что в индийских чаях есть кофеин, их нельзя заваривать 2 раза. Вот вы заварили чай, его надо сразу выбрасывать. Кофеин, он сразу растворяется в воде. Вот. То есть, чем больше... Что такое кофеин? Это вещество, которое содержится, в кофе, в чаях и так далее. Чем больше трава, содержащая кофеин, соприкасается с водой, тем больше он выделяется. Вот почему кофе, да, есть по-турецки, это кофеиновое, и есть кофе европейское, когда... вот этой пресс-машиной, то есть чтобы как можно меньше вода соприкасалась вот с этой кофейной, с молотым кофе. Угу. Понимаете, да, чтобы он был не кофеиновый. Вот. Поэтому индийский чай вообще нельзя заваривать 2 раза. Да, чем он дольше, вот эта заварка, если стоит, вы уже спили, она начинает выделять кофеин. И поэтому у вас потом и сосуды забиваются, и сердечко начинает шалить, и там дыхалка, да. Угу. Когда можно собирать? Вот, если киста яичника, что можно попить? Приходите на консультацию, разберемся. Приходите на консультацию, потому что мне сейчас вот так сложно сказать, да, киста у вас, не киста, там, может, вам надо сначала боровую матку пропить, или, может быть, вам надо кровохлебку пропить, может, ну, смотреть. То есть, может быть, душицу пропить. Вот. Может, рассасывающую терапию сделать. То есть есть травы, которые рассасывают очень хорошо. Очень хорошо язвы и всякую вот эту фигню рассасывает тысячелистник. Горькая трава, которая растет везде. Вот сорняк с сорняком рассасывает великолепно. Подорожник очень хорошо рассасывает. Но лучше, конечно, травы пить либо в сборах, да, вот, это можно тогда пить. Не бояться долгосрочно, а если вы пьете монотраву, то надо обязательно знать срок, потому что монотрава, она действует по-другому, чем травы в сборе. Вот. Так что. Угу. Кофе, ну, я сама пью кофе. Я пью кофе, я люблю кофе. Вот. Кофе сам по себе, в принципе, неплохой напиток. У кого невысокое давление, у кого нет предрасположенности к этому, у меня нет. Поэтому я его пью нормально. Ну, я пью только утром, буквально там немножечко, потому что я люблю этот вкус. Я просто люблю наслаждаться вкусом кофе. Вот. Так, ну что ж, если после операции удалены матка и придатки, исчезло сексуальное увлечение, что делать?
Нужно вынести камни из почек. Смотрите, значит, отвечаю на первый вопрос. Если удалены матка и яичники, то у вас нет органов, которые вырабатывают гормоны. Обычно после удаления матки и яичников женщины начинают сильно полнеть. Помните, я вам говорила, что в жире содержится депо наших гормончиков. И поэтому, когда в организме гормонов нет, жир начинает брать на себя эту ответственность. Вам нужно стимулировать надпочечники, потому что надпочечники вырабатывают кортизоидные гормоны, которые по своей структуре, по своему составу очень похожи на гормоны половые, а у вас половых органов нет. Вот. Как раз в курсе у нас есть упражнение, как стимулировать надпочечники для того, чтобы повышать уровень кортизоидных гормонов в крови. Это особенно для тех, у кого вот такие проблемы. Так, по поводу камней. Иван-чай очень хорошо чистит мочеточники, поэтому у мужиков проходит простатит, и поэтому ее называют «стань трава». Но если у вас камни в почках, то вы же знаете, вообще нельзя мочегонные травы пить. Потому что если у вас, не дай бог, камень пойдет и встанет где-нибудь в протоке, вас придется положить на операцию. Вот. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны, осторожны. Очень хорошо чистит. Иван-чай чистит великолепно. Но если у вас тут, если нету серьезных там каких-то камушков и так далее. Так, у моего друга обнаружили стафилококк в крови, нужно помочь. Стафилококк очень хорошо лечит кровохлебка. Кровохлебка – это растение, найдите его в интернете, посмотрите, оно растет не везде, очень редкое растение. Но не то, что редкое, оно просто, ну, так это, не любит приспосабливаться. Оно растет очень так в глухих таких, как бы на просеках, в лесу, ну вот в поле я несколько раз видела эту кровохлебку. Кровохлебкой очень хорошо спринцеваться. Она убирает не то что стафилококки, она убирает вагинальные вульвиты, кальпиты, вообще классная травка. Говорят, даже кто-то трихомонаду ее лечил. Ну вот она в этом плане очень хорошо работает. Вот. Ну что ж, если больше вопросов нет, давайте мы с вами будем прощаться, потому что и вы устали, и я тоже немножко уже устала. Вот мы с вами замечательный вечер провели, правда? Кому понравился сегодняшний вечер, поставьте восклицательные знаки. Так, я еще в апреле оплатила персональную консультацию, не получилось получить ее. Хочу спросить, услуга еще активна? Да, конечно, активна. Почему не получили-то? Где вы ходите? Наверняка в письма ведь приходили на почту? Приходили письма с приглашением в Skype? Приходили. Вот. Конечно. Как же я вас могу лишить, если вы заплатили за меня? Конечно, приходите. Стучитесь ко мне в Skype, не стесняйтесь. Хорошо? Спасибо огромное. Вы знаете, вы мне сегодня так понравились. Великолепно поработали. Умнички. У меня прям такое ощущение, что мы с вами даже где-то так на одной волне сегодня поработали. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Светочка, спасибо за замечательную площадку, замечательный вечер волшебный. Благодарю вас, мои хорошие. Будьте любимыми и любите сами. Пусть ваше женское счастье к вам придет. Для тех, кто одинок. Да? Для тех, кто уже в отношениях, да, пусть они будут долгими, пусть они будут стабильными, любите друг друга, потому что это все так хрупко в нашем мире. Будьте красивы, будьте молоды, наслаждайтесь своей красотой, своей молодостью, радуйтесь каждому мгновению этой жизни, каждой минуточке, каждому мгновению. Люблю вас, целую, с вами была я, Ольга Леванюк, всем пока-пока. Действительно, мы-то как рады. Спасибо большое за то, что ты с нами сегодня была. Спасибо всем нам, спасибо, девочки, за то, что вы здесь сегодня собрались, за то, что все мы здесь сегодня собрались. Вот так почаще собираться в теплых дружеских компаниях, и мы будем молодеть уже. Но от этих только энергетических практик, которые мы получаем на таких вот вечерах. Спасибо вам, девочки. Да, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Курс пришлет Мариночка. Вот сейчас Оля пришлет. Оля сама высылает. Если не сегодня, то завтра это точно.
Ждите, пожалуйста, ждите. Вот тут девочки писали, что вот Юля прошла этот курс, написала, что очень довольна, потому что никогда такой... Так, Лила, дорогая, мы скайп не довел только тем, кто оплатил или консультацию, или вот в течение 24 часов этот курс, и тогда вы попадаете в скайп-чат. И тогда у вас есть прямой доступ к Ольге, и поговорить можно с ней в скайпе. Я вам даю свои реквизиты по каким-то вопросам. Я просто удивляюсь, а как это так получилось? Как это, если кто-то оплатил в апреле и не прошел консультацию, я бы уже, наверное, всех обзвонила и всех бы на уши поставила. Где моя консультация? Я не понимаю, как это так получилось? Что-то мне даже как-то не верится. Запись будет, Татьяна. Смотрите, вы, наверное, опоздали. У нас есть кнопочка. Во-первых, я записи высылаю на почту на следующий день. Ну, может быть, в редких случаях через 2 дня. Запись вы получите на почту обязательно. Но вот я, когда запись отправляю, мне пишут на почту, где запись, вы обещали запись. Я в недоумении. Выясняется, что некоторые рассылочные, то есть почтовые сервиса отправляют в спам-рассылки. И поэтому, чтобы записи у нас хранились в одном месте, не терялись, мы могли к ним всегда вернуться в нужное время, я создала группу «Сакральные вечера». Она новенькая, молоденькая, только вот вчера мы ее создали. И вы можете добавиться в эту группу, куда мы будем выкладывать записи. Если вы нажмете на кнопочку, картиночку вверху комнаты, то вы попадете в эту группу. Добавляйтесь, и вы будете в курсе всех наших записей и всех наших дальнейших встреч. Любовь, отвечаю теперь вам. Вы нажимаете на кнопочку, вот я кидаю ссылочку. Я кидаю ссылочку на курс. Вот. Переходите по ссылочке, и там есть кнопочка «Прочитайте, ознакомьтесь». И там есть кнопочка, называется «Купить». Мы на нее нажимаем, как обычно, вводим все свои данные и дальше жмем кнопочку «Заказать». Если у вас получилось все это проделать сейчас же, то Оля вам сейчас же и вышлет курс в записи. И вы можете в любое время, хоть утром, хоть на дачу поехали, ну, если у вас есть, там, правда, там и видео есть, и аудио. То есть аудио можно в уши, а видео просмотрите, когда дома будете. Потому что я все аудиокурсы слушаю, телефон закачиваю, и с телефона, куда бы я ни шла, по каким бы делам я ни шла, мне всегда приятно и полезно. Я слушаю курс и куда-то иду в городе по своим делам. Вот видите, девочки, проверяйте папку спам. Вот. Вот видите, вот как вот на них надеяться, на эти сервисы. Поэтому хотя бы записи у вас будут всегда перед глазами вот в этой группе «Сакральные вечера». Так. Так, ну вы можете именно, это вы говорите про, просто я не обратила внимания, кто у нас там консультацию еще не прошел. Если именно это вы, то я вот еще раз пишу свою почту, скайп, и пожалуйста, надо о себе заявлять, нельзя, чтобы вы куда-то пропали. Пишите обязательно на почту. Если не на почту, то даже можно в группе прямо написать, чтобы ничего не потерялось.
Вот. Вот почта счастливой при восьмерке Rambler.ru или Skype. Очень сложный Skype. Facebook Наталья Крылева. Мне выдал Skype автоматически этот ник, поэтому я ничего не могу теперь его изменить. Да, Лидия, мы вас очень благодарим. Поэтому мы, девчонки, будем молодеть, худеть вместе. Потому что в одиночку это сложнее. Когда мы в группе, и благодарю вас за ваши отзывы, вот вы в группе написали, и на почту то, что я получаю, здорово. И если вы будете делиться какими-то своими секретными техниками вот в группе, вот в это будет еще лучше. Мы просто через год нас не узнать, и кто знает, как Оля сказала, мы же каким нравится, все равно, хоть нам 50, хоть 60, как это. С каждым днем мы только молодеем, с каждым днем мы только хорошеем. Это лозунг. Никак не иначе. Так, я вот просматриваю вопросы, может быть, возможно, что-то пропустила. Ирина. Ольга уже послала мне свой скайп. О, Ирина, поздравляю. Молодец. Оперативно. Ну, вот за это, за оперативность и тот, кто, ну, смелый, что ли, наверное, Ольга за это и поощряет. Она добавляет вот в этот скайп-чат, где вы будете под личным ее наблюдением, а личное время тренера – это, вы сами знаете, это дороже курса даже бывает. Потому что если курс в записи, то личное время тренера – это все-таки живое присутствие. И, как правило, это обычно, вот, если вы ходите по вебинарам, знаете, что консультации, они всегда дорогие, личные консультации. А Оле еще демократичная цена. Олечка молодец. Она вот, вот я вам скину еще раз ссылочку на ее консультацию. Вы можете сами в этом убедиться. В принципе, консультацию, тему консультации вы выбираете сами. Она персональная. Ну, вот тут у меня заготовочка по коррекции фигуры и омоложению, но тему вы можете выбрать сами. Милочка, однозначно. Мы не просто, у нас надежда. Однозначно, мы уже помолодели. А со временем это уже... И смотрите, мы молодеем, что внутри, то и снаружи. Мы молодеем душой, а на физическом плане нужно немножечко время, нужно немножечко всякие техники применить, вот как Оля сегодня рассказала. Травку попить. Я вот, кстати, у меня вот здесь вот Иван-чай, я нашла его у себя на рынке, он наш местный. Я где-то читала, что травы нужно... Ну, в той местности, где ты живешь, это энергетика трав. Я пью, вот нашла с удовольствием, ну, я, может быть, именно радуюсь. Вот два раза заварила, сейчас будет, буду еще третий раз заливать. Потому что даже с третьего раза, как в первый раз, точно такой же вкус. Такой вкусный, приятный, прям как напиток можно пить. Что я раньше об этом не знала? Олечке спасибо, Олечка. Нам открывает секрет. А сколько секретов мы сегодня узнали про баньку? Нас ведь никто этому не учил. Мы забыли природные инстинкты, что ли? Природные знания, которые мы знали когда-то. Ну, хорошо, что есть такие люди, которые летают на метлах, и которые нам это
восстанавливают нашу память. Оля нам показывает сегодня веничек, кто пропустил, кто не видел. Спасибо, Нина. Так, про запись я сказала, Ирина, да? Вы все, все понятно, да? То, может быть, вы опоздали? Всех, всех вот тут на почте. Угу. По поводу приватбанка я вам на почту пришлю, Юлечка, вам. Так, еще, еще какой мы вопрос пропустили? Так, Любовь. Любовь, я вам ответила, да? Угу. Если кто-то что-то не знает, вы оставляете свой корректный, вот когда вы делаете заказ, пожалуйста, пишите корректный телефон в формате международном. Если Россия, то плюс 7. Это нужно для того, чтобы мы могли вам позвонить и уточнить, что же у вас не получается, и чем-нибудь вам помочь. Я уверена, что помочь можно всегда. Я сейчас еще посмотрю ваши записи. Кому-то что-то не ответила, еще раз напишите, пожалуйста. Так, по поводу Олиного скайпа, я объяснила, понятно, да, девочки? Через организатора, то есть через меня в данном случае. Пишите мне на почту, если вы приобретаете Олин курс, то вы автоматически попадаете в поле ее зрение, и она вас будет вести за руку через скайп-чат. А кто приобретает консультацию, тот автоматически не только через чат, но и вживую пообщается с Олей. Я вот когда брала консультацию с Олей, я у многих брала консультацию, но у Оли мне понравилось то, что она ведет запись. То есть эту консультацию ты можешь 1, 2, 3, 4, 5 раз потом прослушать еще раз. Вот первые, когда я начинала брать консультацию с разных тренеров, меня не устраивало то, что вот через 2 часа я уже могу все забыть. То, что вот запись не велась, а тогда я технически еще не была подкована, чтобы самой записать. У Оли, мне просто Олечка молодец, Оля ведет запись, и вы можете ее прослушать и слушать, и вот эти получать Олиные вибрации. Просто если закачать в телефон, то можно идешь по дороге, слушаешь Олю, и как будто бы она рядышком идет, с тобой разговаривает. Это здорово. Я себя вот так вставляю в уши наушники и слушаю. Наверное, я все ответила. Пойду сейчас на почту, проверю ваши вопросы. Просто чай не заменяет воду. Конечно, вода не заменяет. Вода ничто не заменяет. Вода есть вода, источник жизни. Мы состоим из 80% воды. Так, я забыла.